Вы мне что за маскарад тут устроили? Это что за хрень? Вы кем себя возомнили? Вы кто? Пираты? Черная Игнатьев борода? Джек Терентьев воробей? А у нас тут что, может быть, не отделение? А остров сокровищ? Или вы сразу решили работу поменять и ориентацию? Вы что себе тут понавтыкали-то? Так, товарищ капитан, тату-салон новый открыли. Какой тату? Мне гребаные погоны! Ты что несешь? В соседнем здании открыли тату-салон, а мы туда пришли проверить лицензию. Да, они же только открылись, у них денег не было. Вот они нам пирсинг бесплатно и сделали. Бесплатный? Бесплатный? А если бы они тебе бесплатно сказали с 10 этажа прыгнуть, прыгнул бы? А если бы они тебе бесплатно ящик паленой водки выставили, выжрал бы? А что, бесплатно же, да? Заходи, Хабибулин. Вот, смотрите. Вот Хабибулин, товарищ ваш, такой же, как вы. Хватило мозгов-то не понавтыкать себе ничего. Это почему? Он ведь так же ходит, документацию проверяет. Почему, знаете? А потому что у Хабибулина голова есть на плечах. А в голове в этой у Хабибулина мозг. А в мозгу в этом извилина есть хоть одна. Правильно я говорю, Хабибулин? Есть извилина? Так точно, товарищ капитан. Вот. Чего? Ты что, жуешь что-то? Хабибулин, ну-ка рот открыл. Рот открыл, сказал. Ну давай. Хабибулин. Молодец. Молодец, у нас теперь полный комплект. Да. Три танкиста, три веселых друга, да, Хабибулин? Язык прикуси свой! Пошел вон с глаз моих долой, пока я тебя не припечатал. А я, знаете, что сейчас сделаю? А я сейчас мэру нашему заявление напишу. На проведение гей-парада. А? И мы всем отделением возглавим радужные колонны. Вы этого хотите? Быстро сняли эту, не позорили мои лампасы, да? Заходи, Синицына. Присаживайся. Вот, пожалуйста, Синицына. Человек, женщина, офицер. Почему-то не взяла в себя, не понатыкала вот этого всего. Почему-то догадалась. Вкус почему-то есть у человека. Сядь, Синицына. Ты что звенишь-то? Что такое? Болит чего-то? Пирсинг? Колокольчик? Где у тебя колокольчик? Синицына. Ну что, давайте... Ручки берите и пишите заявление о приеме на работу в цирк. Ну а что, и так над нами все смеяться будут, а там хотя бы за деньги, а? Товарищ полковник. Сиди, капитан, сиди. Ну, как дела? Да, кстати, капитан, ты слышал про бесплатный пирсинг? Товарищ полковник, мы в этом пирсинге тут уже с утра. По самые колокольчики. Вот и молодцы. Полезную штуку придумали. О, молодцы. Быстро, аккуратно. И офицерам анестезии бесплатно. Ты, капитан, смотри, с этим делом не затягивай. А то ведь халява, она быстро закончится. Слушай, товарищ полковник. Да, кстати, я что заходил-то? Там какой-то псих в банке с заложниками засел. Требует миллион и вертолет. Поезжайте, ребятки, разберитесь! Ну-ну-ну, отставить, вольно. Разберитесь и возьмите с собой Синицыну. А Синицына пусть там на телефон все это дело снимет, потом, может, какой ролик смешной в интернет выложит. Короче говоря, расслабляйтесь, веселитесь, ни в чем себе не отказывайте. А?